Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Крюге ТВ, и обновление 1.65 появляется на наших экранах. И привносит с собой довольно много изменений, а если быть более конкретным, то это новые самолеты, новые танки, новые карты и прочая-прочая радость. Там список огромный, так что каждому советую зайти на сайт Тундры и посмотреть, что же изменилось. Ну а мы, конечно же, сейчас перейдем к теме японцев. Я не думаю, что это настолько супер-мега все интересные подряд машины, так что вряд ли буду делать сейчас прямо о всей технике обзоры, но несколько интересных агрегатов должен показать. И нет, Чирик-Чирик, который вот сейчас вы видите на экране, это Чири 2, не является таковой машиной. Почему? Ну, потому что у него есть интересная особенность, но все портит его общее поведение. А давайте об этом поговорим сейчас по порядку. Итак, самое главное, что мы можем у него найти, это орудие. Оно самое необычное и самое интересное из того, что здесь вообще имеется. Оно имеет кассету на 3 снаряда, то есть, ну, грубо говоря, барабан заряжания для тех, кто привык играть в другие игры похожей тематики. И, само собой, отстреливаются эти самые снаряды один за другим с разницей в 3 секунды. То есть, буквально за 6 секунд вы можете обрушить на врага целых 3 снаряда. Проблема здесь немножечко в другом. Эти снаряды далеко не самые мощные. Боевой рейтинг у данной машины 5.0. Это, конечно, не самый высокий БР, но тем не менее, на таком БРе можно найти Т-34-85 или какого-нибудь Мчазева, то есть Шермана с 76-мм пушкой, которые будут явно не сильно хуже. И Чири 2 уступает им по многим показателям. Прежде всего, это подвижность. Этот танк не про куда-то быстрые забеги, далеко нет. Его максимальная мощность двигателя где-то 520 лошадей при полной прокачке, в видео он еще не топовый далеко, а масса 46 тонн, то есть это действительно тяжелый танк. И как у многих японцев, у него есть большая болячка, он очень плохо маневрирует, и если вперед-назад он ездит еще более-менее адекватно, то вот маневры совершать явно на нем не стоит. Что еще из плохого? Это бронирование. Его здесь не существует в природе. 75 мм лоб корпуса и 35 и 50 это борта корма. Кажется, это совершенно не то, чем можно оттанковать вражеские снаряды, ну или даже может быть какие-то 20-мм пушки или что-то типа того. Да и в принципе, даже самолеты нас будут пробивать сверху, там брони 20 мм и крупнокалиберные пушки туда нас брать будут. Но что из плюсов? Из плюсов есть опять-таки довольно необычное орудие, которое обладает своими приколами. Прежде всего, это снаряды, которые пробивают более-менее неплохо, но возникает одна маленькая проблема. Да, пробитие у нас 130 мм на 500 метрах, это неплохо, вот только масса взрывчатого вещества 50 грамм. То есть заваншотить кого-то получается далеко не всегда. Это компенсируется самим барабаном, только есть маленькая проблема. Сам барабан перезаряжается 30 секунд, если быть более точным, изначально порядка 35, но в топовой комплектации с экипажем и так далее и тому подобное будет порядка 25 секунд перезарядка, плюс еще 6 секунд для того, чтобы его потратить. В итоге скорострельность получается всего лишь каких-то жалких там 5 с небольшим выстрелов в минуту. Это, по-моему, совсем не торт, учитывая, что на БР 4.3 до этого танка идет Чито, у которого такая же пушка, просто без барабана заряжания, и перезаряжается она порядка 7 секунд, то есть скорострельность там на порядок выше, а боевой рейтинг ниже. То есть данное орудие, конечно, примечательно своей кассетной основой, но не более того. Но зато это позволяет нам действовать как-то действительно по-другому тактически, ведь это первый танк, ну так скажем, подобной тематики. Что еще плохого? Огромнейшие габариты. Мы выше тигра, мы больше тигра, мы вообще светимся, если можно так выразиться, с любой дистанции. Не заметить такую дуру — это проблематично. Единственное, что, пожалуй, может спасти, это углы наводки в минус 10 градусов, которые позволят вам кое-как потанковать из-за холма. Только не обольщайтесь, в башню залетать будет, а если залетать будет, то будет вам очень плохо. Боеукладка у этого танка багованная и не убирается, если вы снимаете из него кассеты. То есть половина танка, практически весь, это сплошная боеукладка. В башне 3 члена экипажа, башня не самая огромная, и если залетает мощный камерник, то это ваншот. Если залетает в лобовой проекции в нижнюю часть, то это не ваншот, но минус 2 члена экипажа и танк обездвижен, а еще может опять-таки взорваться боеукладка. Ну и сзади все это дополняют небольшие топливные баки. То есть взрывается Чири, ну, практически всегда ваншотом. Поэтому не спешите думать, что танк живучий из-за своих размеров. Вообще ни разу. Если боеукладку починят и она будет выгружаться при
том, когда вы ее реально уменьшаете, то, наверное, будет неплохо. Но пока что, к сожалению, заброневое пространство этого танка напоминает сплошную площадку для взрывов. И там действительно везде все состоит из динамита. Так что живучесть низкая, скорости нет, орудие, конечно, интересное. Но чё-то как-то не тянет на нем кататься, из-за его особенностей. Но на этом все. С вами был Крюга ТВ. Если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх и делитесь своими мнениями по поводу этого танка. И всем пока-пока.